Всем приветик-приветик, с вами Кэти Лакс. Посмотрите, какие крутые идеи для наклеек. Это не просто наклейки, это стикеры-заметки, и на них можно писать какую-то важность, чтобы не забыть. Итак, начинаем с первой наклеечки. Я делаю набросок карандашом, это будет необычный, очень смешной лягушонок. Сверху выскакивает напоминалка для тех, кто еще не успел подписаться на мой канал. Обязательно это сделайте. Также не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Мне это очень приятно. И еще, если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал в мое видео, напиши любой комментарий с пометкой «Хочу видео». Я уже начала разукрашивать свою наклеечку, и мой лягушонок будет светло-зеленого цвета с желтым брюшком. Зонтик у нас будет ярко-красного цвета, и это неспроста, потому что зонтик – это половинка клубнички. Рисую черные круглые глазки для лягушонка, но чтобы они засияли, надо обязательно добавить блики. Я люблю, чтобы наклейки были с пунктирной обводкой, поэтому делаю обводку и вырезаю. Вот такое вот милое чудо у нас получилось. Этот рисунок очень простой, но смотрится мило и очень интересно. Кстати, именно этот стикер отлично подойдет для новых креативных идей, которые вы запишете внутри него. Обвожу рисунок по карандашу линером и начинаю разукрашивать. Цоколь у лампочки я разукрашиваю светло-серым цветом. Так как наши наклейки-запоминалки должны быть яркими, я решила сделать звездочки именно красного цвета и обязательно добавляю на них блики. В верхней части лампочки прорисовываю мордашку, и у нас остается достаточно места для того, чтобы написать заметку. Я решила разукрасить лампочку светло-голубым цветом, но вы можете выбрать, например, желтый цвет, как будто у вас возникла новая какая-то креативная идея. Делаю пунктирную обводку и вырезаю. Посмотрите, какая прикольная и интересная наклейка. И приступаем к наброску следующей наклеечки. Этот рисунок рисуется очень просто, но мне эта наклейка понравилась больше всего. Рисуем ломтик хлеба и проводим вторую линию, добавляя корочку. Здесь мордашка располагается внизу, а в серединке остается достаточно места для того, чтобы написать какое-то интересное сообщение или заметку. Ярко-красным цветом разукрашиваю клубничку и более темным цветом добавляю тень. Ломтик хлеба я разукрашиваю песочным цветом. Если у вас нет такого цвета, можно использовать светлые оттенки желтого, оранжевого или коричневого цвета. На ломтике добавляю текстуру хлеба, а на клубничку добавляю блики. Делаю пунктирную обводку и наклейка готова. Посмотрите, какая она классная, мне она понравилась больше всего. И следующая наклеечка. Также делаю набросок карандашом. Рисуем примерно грушевидную форму. Добавляем ушки. Кто-то уже видит то, что это будет котик. И приступаем к обводке линером. Рисую круглые, широко расставленные глазки и кошачий ротик. Обводим задние лапки, и на брюшке остается достаточно места для того, чтобы написать какую-то заметку. Я разукрасила красную божью коровку, и мне так понравился этот котик, что я захотела оставить его светленьким, то есть просто местами добавляю серую тень. Прорисовываю пальчики на лапках и блик на божьей коровке. Вот такая вот милая наклейка для заметок. И приступаем к следующей наклейке для заметок. После того, как я нарисовала милого котика, у меня пошел период милоты, и я решила нарисовать что-то тоже очень нежное.
Рисуем большую крупную ягодку клубники, и эту ягодку держит милейшее существо – веслоухий зайка. Добавляю зайке мордашку и начинаю разукрашивать. Клубничку я разукрашиваю стандартным красным цветом, но если вам хочется, чтобы наклейка была более нежная и более милая, то клубнику необходимо разукрасить светлым розовым цветом. Более темным цветом добавляю на ягодке тень. Сверху в уголочке и снизу в уголочке прорисовываю семечки, в серединке остается место для заметок. Как и котик, этот зайка у меня вызывает ощущение милоты, и мне не хочется его затемнять, захотелось сделать его светлым, поэтому я только добавила тень. А на самой ягодке пишем заметки. И начинаю рисовать следующий набросок рисунка. Мне хотелось что-то необычное и что-то вкусное, и появилась такая вот необычная идея нарисовать яблоко в шоколаде или яблоко в карамели. Ребята, если у вас есть какие-то необычные или интересные идеи, обязательно пишите мне в комментарии, возможно, именно вашу необычную идею мы увидим в следующем видео. Кстати, если кто-то не хочет рисовать сердечки, хотя с сердечками яблочко смотрится очень мило, то можно нарисовать зеленый яблочный листик. Белой гелевой ручкой добавляю блики на сердечки и глазки яблочка. Яблочко мне захотелось разукрасить именно зеленым цветом. Кстати, в конце не забудьте написать комментарий, какая именно наклейка вам понравилась больше всего. Коричневой ручкой разукрашиваю шоколадную часть и белой гелевой ручкой добавляю блики. Яблочко становится гораздо интересней. Вот такая вот сочная и зелененькая наклейка и полно места для заметок. И начинаю рисовать следующую наклейку. Эта наклейка рисуется очень просто, в то же время она достаточно милая и с милым персонажем. Начинаю обводить рисунок линером. И это получается такой вот необычный грушевидный зайчик. У меня немножко подкосилась рука и одно ушко чуть больше, но вы можете это исправить и нарисовать более ровно. Обязательно добавляем в глазки блики, так они сразу оживают. Если вам хочется, чтобы наклейка смотрелась более мило и нежно, то сердечко необходимо разукрасить светлым розовым цветом. Я разукрашиваю зайку светло-желтым цветом, но в то же время беленький, светло-голубой, светло-серый или даже светло-зеленый цвет здесь будут смотреться тоже очень хорошо. Такой милашный необычный зайчик, делая обводку пунктирной линии и вырезая наклейку. Вау, посмотрите, сколько много классных стикеров, такие необычные, яркие, просто не хочется выпускать их из рук. Честно, мне даже не хочется портить их заметками. И напоследок передаю приветики тем, кто просил этого в комментарии. Не забывайте ставить лайк. Всем пока-пока!